Здравствуйте, я приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы с вами продолжаем играть в игру Star Wars Jedi Изгой. Star Wars Jedi 2 Изгой. Так, ну и сейчас мы с вами вот сюда отправимся, где и закончили наши предыдущие действия. Хочу сразу предложить вам подписаться на мой канал. Мы здесь, ну как мы, я здесь делаю обзор на ретро-игры, потому что не только новые, но и старые игры очень хорошие. Не надо думать, что только новинки хорошие игры. Нет, это неправда. Так, мне надо ключ. Можете посмотреть мои предыдущие видео. Это одно видео сделал специально. Так, здесь я что-то могу собрать. Сделал специально для вас. 800 на 600 для старых форматов. Вот, может, кому качество получше покажется, и сделал субтитры для них, чтобы вам было, как сказать, ну, кто плохо слышит или что, так он может прочитать. Вот. Оставляйте ваши комментарии. Хотя, если плохо слышит, то меня-то здесь не услышит, наверное. Оставляйте ваши комментарии по поводу данного видео. Понравилось, не понравилось, что бы сделали вы, играли ли вы вообще в эту игру. Ну и комментарии, да, мне очень интересны ваши. Потому что это же хорошо, когда тебя смотрят. Это у нас какое, наверное, 10-е, наверное, видео-то будет. Вот. Блин, ракетницы еще ни одной нету, да? Плохо вот. Плохо. Вот они, ракетницы. А на какую они у меня? Так, ноль. Вот ракетница на девятку стала. Все. Так, теперь, когда у меня все есть. Это есть у меня что-то? Есть. Ай-яй-яй, шутки, йо-йо. Мы теперь идем туда, навстречу судьбе. Кто у нас здесь? Что это за технология? Опа, темные нет. Доспехи. Нет. Давай, вот так. И вот эти джедаи у нас вскоре будут. С ними сражаться будем. Давай, уничтожай. Их можно же не уничтожать, это просто. Мало ли. Не могу сказать, что они оживут, конечно. Но что будет, если они оживут? Идем. Опаньки. Опаньки. Где? Давай. На скорости разрублю. Вы же сами видели, как долго гасить надо. Это только доспехи. Первого заготовил. Давай, давай, давай. Эти доспехи отражают мой лазерный меч. Ну-ка. Похоже, что в них использовали картосис. Вот. И еще разок. Да. Так, здесь у нас что, яма? Нет. Отражает мой лазерный меч. Вот куда обратно зайти?
Давайте-ка обратно зайдем. Только. Вот теперь на ходу могу лечиться. Подправим свою броню. Так как мы это не использовали, мы возьмем только броню. Насколько хватило, настолько хватило. Ладно, выжили, и на том спасибо. Не привередничаем. Сейчас за брата зайдем, и опа, еще разок. С ними сражаться, это вообще мрак будет. Так, а здесь я броню видел. Не надо мне 3D, что ли, здесь не было. Где броня? А что, я собрал, что ли? Или я ее сдул? Так. Вот это, по-моему, сдул, да? Ого. Ну вот, видите. Будьте внимательны. Так, мы откуда? Оттуда вышли. Вот сюда, да, нам? Открытием! Не. Взял имперский ключ. Не открывается. Что же будешь делать? Ну что же делать? Не открывается. Секретных комнат здесь не вижу. Да ё-моё. Вот так. Сейчас повыпрыгивают они. Эти мощные какие-то. О, энергия. Первый раз не заметил. Открыли. Ну давай, сверху ты откуда выпрыгнешь? Здесь их слишком много. Я никогда не пробьюсь, используя огневую мощь. Так, вот сейчас... Невидимость может стать здесь самым мудрым выбором. Хитрость, да, надо будет. Хитрость, хитрость. Смотрите, найдите корабль, оставайтесь необнаруженным войсками остатка. Это вот сейчас в режиме стелс будем идти. А как это? Вы сейчас увидите. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас придется побегать, попрыгать. Я даже не знаю, пострелять. Не дать вот эту кнопку нажать. Это управление тревогой. Я не хочу, чтобы кто-нибудь включил сзади, это. Сзади. Тихо. Что случилось? Ну-ка, давайте переиграем. Это управление тревогой. Я не хочу, чтобы кто-нибудь включил это. Давайте, где вы? Ты можешь обойти. Давай. Нет, как-то не так получилось, как-то по-идиотски, по-уродски. Будьте готовы. Вот так. Неплохо. Это управление тревогой. Я не хочу, чтобы кто-нибудь включил это. Вот так. Зарубили. Зарубили, я сказал. Нет. О, он на меч налетел. Такая прелесть. Все, мы защитили эту кнопку. Давайте посмотрим. Готовьтесь. Ой-ой-ой-ой-ой. А я его даже и не видел.
Так, осторожненько. Нет. Вот так. Этого убили. Теперь. Вот этого хватит. Все. Все. Думаю, все. Этих кнопок будет много на нашем пути. И нам их все. Видите, тут можно было вот так потихонечку ходить и всех резать. Походи, да режь всех. Смотрим вниз. Нам надо вниз. Ну, вот сюда мы пойдем. Нам, видите, смотрите. Сейчас покажу вам. Нам надо отключить вот эту хрень. Потому что нас убьет током. Как только мы сюда вступим. А отключается она вот здесь. Так. Блин, а я сохранял, куда сделал? Да! Блин, и откуда мне теперь? Блин, ладно. Что это за технология? Что это за технология?
Эти доспехи отражают мой лазерный меч. Похоже, что в них использовали картосис. Открыть арку! Не знаю, Ксюшенька, тихо, я буду записывать, а ты тут бубнишь. Здесь их слишком много, я никогда не пробьюсь, используя огневую мощь. Невидимость может стать здесь самым мудрым выбором. Будьте готовы. Это управление тревогой. Я не хочу, чтобы кто-нибудь включил это. Ксюша, тихо. Итак, давайте заново попробуем. Потихонечку. Нет, ну-ка, давайте вот так. Так. Что это? Тут, правда, надо было выключить свет, по-моему, и пройти вот так вот. Вот как-то так вот. Вон по тому туннелю. Так вот, опаньки. Как он тут выключается, я уж не помню. Вот, через эту решетку. Через эту решетку залазить. Да ё-моё. В общем, туда.
спускаться. И как-то вот здесь вот обманом сознания проходить. Так. А это куда ведет? Ну это сюда ведет. Она наверх. Мне же наверх надо. Так. А как наверх? Наверх. Стоп. Вот, отключили. Давайте вот так тогда и выйдем. Опа. А, вот лифт был. Надо было лифт вызвать там. Все. Так, давайте сохранимся вот здесь вот. Сохранимся. И побежали. Потому что сейчас у нас там будет еще... Ой, кстати. Так, ключ снабжения. Ай-яй-яй-яй, включилось. Ну, давай тогда на скорости пробежим. Противник! Вот так. Вот так. Вроде успел. Вроде успел. Блин. Ну, давай сохраним вот здесь. Перезапишем игру. Мне надо... будет вот эту пушку на всякий случай выбрать, потому что сейчас на меня будет охота. Смотри, что делаю я. Нет, я так не думаю. Это вы это видели? Нас ждет нечто незабываемое. Да. Блин. На. Ай-яй-яй. Где вы? Ну-ка. Вот так вот. Блин, сигнал тревоги никто не подал. Защитил. Фух. Ладно. А я там что поставить-то успел? Нет, не поставил. Что у нас здесь имеется? Мне надо туда наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай поехали. Что ли? Че, и никого? Я даже не знаю, что меня там ждет. Так, а если бы я без палева пробрался, я бы, по-моему, тут он должен выехать потом с солдатами, нет? Видимо, все, что сделано, сделано уже. Идем сюда. И вот. Отправляем этих солдат отсюда подальше. Здесь нам ничего не надо. Так, избавились от солдат? Избавились. Путь свободен. Ой-ой-ой-ой, путь свободен. Давай-ка посмотрим, насколько ты свободный путь. Так,
Здесь тоже не все так прекрасно, как могло показаться на первый взгляд. Ни хрена. За просто так я не хочу. Но от жадности квакла и от подлости. Ой-ой-ой. Какой самый большой корабль, на котором ты летал? Шеф, все в норме. Похоже, у нас неприятности. Блин, давай еще разок. Шеф, все в норме. И все? Что там на транспорте, а? Что, ты даже никогда не был на фрегате эскорта Нибелунг? Нет, все в норме. А я вот несколько раз был на звездных дестройерах. Что а случилось? Как... Ну, не очень. У нас были сильные повреждения. Что они делают? Я только добрался до капсулы, когда все взорвалось. Я не просил сказок. Это лучше, чем корвет. Это не сказка, ты сам просил. Ну, блин. Шеф, все в норме. И все? Что там на транспорте, а? Нам нужно обойти их. Да как так-то? Прокатит? Не прокатило. Шеф, все в норме. И все? Отойди. Выбил. Ну так-то, по идее, оно делается не так, конечно. По-моему, как-то свет приглушается, что ли? Или на скорости пробегать надо? Так, ну давайте сохраним. Вот здесь. Посмотрим. Ну-ка. То ли свет здесь приглушается, то ли на скорости пробегать надо. Тогда они тебя не замечают. Это я точно помню. Потому что потом бомбами вот отсюда их закидывать. Это вообще я так отстреливал. А так ты их бомбами вот отсюда сверху закидывал. Опаньки. Ракетницами вообще надо было хреначить. Вот ракетницы, потому что торчат. Ну, этого мне не надо. Так. Ни хрена не так. Я не хочу вот так вот, просто так вот, топа так и из этих. За что вот меня? Червонец снял. За что? Я понять не могу, вы видели, нет? Червонец, за что? Просто. Просто снял червонец. Ай-яй-яй, еще и брони нет, чтобы жизни хотя бы. Ладно. Это все дела житейские. Так, мне наверх надо. А как наверх попасть? А вот так и попасть. Так, сюда. Сюда. Блин. Ладно. Тогда сюда. Сюда. Блин. Ну тихо ты. Сука. Прошу прощения за мой французский. Секретная область. Вот я за этого сюда пёр. Блин. Нихивы. Думал, что-то путевое будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Нет, не так. Что-то я упускаю. Вот. Вот что я упустил. Заявился к ней домой. Ничего себе.
Здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. Так. Вон они стоят. Давайте посмотрим. Вот, вот, выключаем свет. И проходим тихо и незаметно, только вот где дверь. Насквозь, видимо, проходим. Должно быть еще одно отключение. Блин, нифига. Так, ладно. Меняем на очки. Где у нас очки? Вот они, инфракрасные очки. Должно быть еще одно отключение электричества. Не дать ему уйти. Блин. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не дать ему уйти. Можно, конечно, ему мозг затуманить и перебить их всех. Так, инфракрасные очки. Должно быть еще одно отключение электричества. Нифига. Да как так-то? Ну давайте посмотрим, где дверь. Противник. Вон она, дверь. Не понятно. Дать ему идти. Надо перепрыгнуть только вон тех уродов. Так, ставим очки. Должно быть еще одно отключение электричества. Вот так вот. Противно. Открыть огонь. Ты пожалеешь. Давай, беги. Побереги силы. И... Давай. Ну я тебя зарубил уже давно уже. Где этот? Второй-то. Блин, а он нажать успел. Вот так. А ведь все так хорошо начиналось. И... Должно быть еще одно отключение электричества. Возьми, товарищи! Где кнопка? Кнопка где? Побереги силы! Вот она. Иди сюда. Ты пожалеешь. Давай. Да. Все. Накромсал на кубике. Кто тут еще есть? Кто-то? Опаньки. А потушеньки. Ух ты, это две кнопки-то. Две кнопки. Я больше никого не вижу. Так, мы взяли имперский ключ, я так понимаю, или что? Эта штука закрыта. И нам сюда только один вход. Поехали. Да, долговато, да? Уровень-то идет. Ну что ж, я думаю, на этом все. Увидимся в следующем видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять ваши комментарии. Пока!